Ребятки, всем привет! Я сняла ролик, вот, который сейчас будет, и вчера уже смонтировала. Но вот вчера скинула видео, там столько поздравлений, и я вот это вот сейчас переснимаю, вот этот вот дубль. Я хочу вам сказать огромное спасибо. Огромное спасибо. Очень и очень приятно. Столько поздравлений, столько вот пожеланий. Всем огромное спасибо. Вот, честное слово, очень приятно было. Очень много комментариев. Спасибо вам огромное, ребятки. А сейчас вот будет видео, которое я вот снимала вчера. Спасибо, ребятки, вам огромное. Вот человеческое спасибо. Дай Бог вам всем здоровья, благополучия и счастья человеческого. Спасибо. Ребятки, всем привет. Сегодня Всем 2 привет. августа. Мы вот с утра, время 08:40, приехали в город Майкоп. Лабораторию, КДЛ, сдавать анализы. Там их 100 тысяч миллиард этих анализов. Ну вот сейчас все это сдадим. И как раз заодно нам позвонили вчера в субботу и сказали, ваш этот самокат готов, приезжайте, забирайте. Мы его сдали, значит, 11 июля, да? И сделали они нам 31, подожди, 1 августа сделали. Столько чинили. За починку сказали 1000 рублей. Ну, сейчас приедем, посмотрим. Что нам там, какая проблема у нас там была со самокатом. А сейчас едем мы этот сдавать анализы. Анализы вообще там и на печень, и на продукты питания, и на бытовую всякую, и на анализ ТТГ по щитовидке. Вот такие анализы. И вот такие еще. Вот сдали кровь, сдала, то есть орала как резная заранее. Ну, у меня привычка заранее поорать. Ну так вот, ребятки, сказали в течение, там, какой анализ 1 день будет готов, какой анализ, Саня, сказали, 8 дней будет готов. Ну, сейчас едем, кстати, там запретили снимать, нельзя фотографировать, снимать ничего нельзя, Саня. Да, ну, нельзя, нельзя, я вообще не люблю скандалить, ругаться, нельзя, значит, нельзя, что я везде этот телефон тыкать. Вот, этот, сейчас, ребятки, едем в наш этот зловещий мотоцикл, и что там, самокат забирать. Здесь близко находится байк-центр. Можно даже, знаешь, Сань, на ту сторону не это, здесь где-нибудь тормознуть на правой стороне, да? Если есть свободное место. Ну, на вот этой стороне, потом дорогу перейдем, да? Сейчас посмотрим. Сегодня так хорошо, 21 градус с утра. Вчера такой дождь был, весь день прям ливень, ливень. Ой, вчера ваш прям это... Так ночью спать было классно, вообще вот прохладно. прохладно. Вот моя температура это 21-22 градуса, и я обожаю дожди. Я люблю дождь, когда вот, Саня, здесь нас не штрафанут? Нет. А кто тебе сказал? Здесь не написано, что здесь стоянка. Ну, здесь стоят машины. Ну, мало ли стоят, значит, что, нам тоже нужно стоять, что ли, здесь, Саня? Мне кажется, здесь нельзя. Давай, Саня, как правильные эти граждане, пошли на ту сторону. Это не стоянка. Мало ли здесь какие-то там. О, шиндер-мындер. А сегодня же день ВДВ. О, да это что? Да. Ребятки, всех с праздником ВДВ! Всех поздравляем! Да, видите, вон машины. Флаги, да. Да, сегодня же праздник. А вот здесь вот по правой стороне филармония. Тут вот деревья. Как я люблю, когда вот такие большие деревья. Как это классно. Вообще, Майкоп, смотрите, там везде все вот так в деревьях. Поворот. Да, сегодня же праздник. Сегодня Коля будет праздновать, да, Таня? Коля, Таня Гречка, поздравляем вас с праздником. И вот приехали вот сюда, за нашим. Аля-улем, заходите, заходите, берите самокаты. Вот такой берите самокат, который уже третий раз ломается. Заходите, заходите. Давайте, давайте, все сюда, сюда, сюда.
Он на третьей скорости, он как поехал вместе со мной. Я не ожидал, что он на третьей звонит. Пойдемте на улицу прокатим. Давайте. Бумаги сделали. Даже скажу. Сейчас ему вытягивать не будем, чтобы не нарушить. Все. Ну пойдемте на улицу, берите своего красавчика. Вот, красавчика. Я вам скажу. Во. Так. Они пайку датчика сделали, тормоза, и люфт рулевой устранили, и, соответственно, сделали ручку. Так что пойдемте, прокатитесь. Пойдемте, Сань, давай ты, а то я не умею. Просто с третьей не газуйте, потому что я звонил. Ну да, третья там скорость такая быстрая. Он подняла его порядок. Еле его удержал. Вместе с ним не уехал. Ну-ка, Сань. Я, по-моему, на первую поставил. На третью не включай, а то ты здесь останешься, а самокат улетит. Ой. А едет, он не переживает. Спуска и панчо. Сейчас он едет и брусит. Ага. А ключевой цепной? Нет у него. Не, не переживайте, у вас будет копия. То, что они сделали, здесь будет написано. Ну, отлично. Так что не переживайте. Ну как? Ну, нормально? Все, ну все, сделали, все, не увлекайся. Все сделали. Потом вот эту этикетку снимите, что на Майкоп это номер накладной 90. Да, дома снимем, не заморачивайтесь за урну. Да, ну хорошо. Не надо дома снимем. Тут само, в принципе, указан будет такой номер, здесь все прописано. Да, ага. И за урну еще можно спросить, эти суппорта сотрутся, сколько стоит поменять? Да колодки, да просто купишь, я тебе бесплатно поставлю и все. А дойдешь, просто все колодки найдем, я тебе просто их поставлю, ты поедешь дальше. Хорошо, спасибо огромное. Спасибо большое. Кто из вас платит? Я рассчитываюсь. Давайте. Давайте. Все, мы все забрали. И едем на рынок за кормом для черепашек. Вот зашли на рынок Майкоп. Вот здесь магазин. А где он? Здесь берем всегда черепашкам корм. Вот здесь. Вот корма. Черепашкам тоже едят. Вот это печень, да? Это печенка. А это? Это трава. Водоросли? Да. А вы мне можете написать на бумажечке? Потому что мы всегда берем вот это, и я даже не знаю, что мы берем. Вот закончилось название. Саня, кошелек доставай. И сколько с нас? 100 рублей. Ага. Печень. Спирулин. А, это спирулин. Вот он. Ага, поняла. Спирулин, да? Угу. Посмотри. Столько всего здесь. Это же не только это и рыбкам, и попугайчикам, да? Вот да, всем. Всем. Угу. Спасибо большое. Пожалуйста. До свидания. У нас как-то спрашивали, дорого кормить черепах. Ребятки, вот на 100 рублей, ну на месяца два это как минимум, да, Сань? Да. Там чуть-чуть надо, по чуть-чуть. И растут черепашки наши, им все хорошо, вообще недорого. Тем более их кормят, да, три дня. Да, три раза, раз в три дня. Ребятки взяли вот творог и взяли сыр адыгейский. За все отдали сколько, Сань? 280 рублей. Да. И еще взяли вот такую самсу тандыри. И лепешки. Мы приехали домой, заехали на рынок. Вот я взяла вот такие сливки по 30 рублей. Вот взяла 5 килограммов. Взяла чесночок вот такой хороший, крупные зубочки. По 130 рублей за килограмм. И набрала зелени. Зелень у меня вышла на 412 рублей. Я потом взвешу. Тут у меня идет петрушка, кинза и укроп. Там не пучки, а вот там по весу они очень огромные. Вся зелень свежая. Саня принес вот банки. Где, Санечка, банки у нас? Вот. Банки сейчас мы их перемоем. Будем 700-граммовых делать. Вот в таких баночках тазы. Вот. И сейчас на кулинарный канал, ребятки, буду делать вкусную-вкусную. Даже я не знаю, как это надо. Аджика, это не аджика. Это очень вкусно именно с пловом. Именно поливать там вот кашу, гречку.
Вот, сейчас начну готовить, ребятки. Ребятки, сегодня уже второе число, забыла показать. Саня вот на день рождения подарил розы. Розы и духи. Духи я уже показывала, Дольче & Габбана. Такие розы. Сегодня что, уже третий день, вот они как свежие стоят. И вот показывала, брат подарил и устомы. Я их обожаю. Такие красивые. Красивые, как колокольчики. Не знаю даже, как что. Мне напоминает, как то ли розы, то ли колокольчики. Вот Саня, говорю, надо еще вазу купить. Видите, как вот в одной вазе. Дома нету ваз. Вот пришлось поставить вот так вот в одну вазу. Красивые, пахучие. Розы пахнут. Вот прям, знаете, пахнут-пахнут. Вкусные. Смотрите, ребятки, это я показываю подарок. То, что мне подарил брат. Это обалденный подарок. Вот. Я его еще не открывала. Сейчас открою и покажу. Так как мы из Средней Азии, мы обожаем такие вещи. Это вот набор, чайник, пахта. Смотрите, какой он праздничный, красивый. Чайник, пахта. Блюдца и пиалушки. Ребятки, смотрите, какая красота, пить чай. И два лягана. Смотрите, какая красота, да? Пиалушка. Блюдца. Да, вот такой сервиз, ребят. Ляганы, блюдца и пиалушки. И чайник, смотрите, какой красивый, да? Чай пить. Вот плов сделаем, да, и с чаем. Именно вот. У меня еще тарелки есть. Красота. Все, ребятки, буду я закругляться, потому что сейчас буду готовить. Вот приготовила, намыла зелень и начну работать. На кулинарном канале, ребятки, я кушать не буду. Будет кушать. Не, вообще без дегустации будет. Мне нужно месяц подержаться. Вот, а потом уже посмотрим. Закручивать надо, готовить надо. Все это делать буду, но без пробы. Все, ребятки, всем пока-пока. Спасибо всем большое.